Сегодня приготовим обалденный рецепт засолки сельди. Для этого нам понадобится селедка полкило, лук, лимон, гвоздика, соль, сахар, уксус, лавровый лист и черный перец горошком. Разделываем рыбу, убираем голову, хвост. У нас рыбка с икрой получилась, мы ее тоже засолим. Методом выскабливания убираем все изнутри. Итак, рыбу мы почистили, помыли и теперь нарезаем на порционные куски 1,5-2 сантиметра. Вот такие будет достаточно. Далее складываем все в миску. А тем временем готовим сироп. Для этого нам понадобится 1 литр воды, доводим до кипения. Добавляем 3 столовые ложки соли, 2 столовые ложки сахара. Далее добавляем лавровый лист, 3-4 штучки гвоздики и черный перец горошком, 10-12 штук. Все перемешиваем, доводим до кипения и оставляем еще на 5 минут на слабом огне. Мы подготовили банку, куда будем складывать рыбу, нарезаем полукольцами лук. Далее нарезаем лимон. В рассол добавляем 3 столовые ложки уксуса и убираем в холодное место. Итак, рассол у нас остыл. Начинаем собирать. На дно кладем лавровый лист и постепенно укладываем рыбу, лук, лимон. Укладываем слоями. Итак, каждый раз слой за слоем. Сверху я укладываю икру, посыпаю еще луком, лимоном и заливаю рассолом. Рассол должен полностью покрыть продукты. Закрываем крышкой и убираем в холодильник на 24 часа. Итак, у нас прошло 24 часа, у нас горячее картофельное пюре, достаем рыбку, достаем икру, лучок и наслаждаемся. Обязательно приготовьте по этому рецепту, я уверена, что вам понравится. Приятного вам аппетита!